Всем привет и добро пожаловать на мой канал. И сегодня я снимаю со своей любимой сестренкой Владой. Всем привет! Сегодня что мы снимаем? Джангу с разными заданиями. То есть один раз, к примеру, я вытягиваю, у меня ничего не выпало, а у Влады, к примеру, выпало какое-то задание, и она его выполняет. Давай сейчас скинемся на Цуефа. Тот, кто проиграл, тот и первый вытягивает. Окей. Цуефа. 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 Ты выиграла. Я выиграла, да, все. Так, я хочу снизу вытягивать. Давай. Это не будем вытягивать серединки. Так, здесь у меня ничего не выпало. Окей. Идем дальше. Так. Пусто? Так, я хочу вытянуть с крови. А до сердца? Так, ничего. Она сейчас все упадет. Ну, держи одной рукой все равно. Так. Блин. Что за задание? Ноу! Вылить крышку воды на себя! Но... Окей, мы пошли в ванную! Ну все, мы уже ванные. Лада все не хочет. Ну давай, раз. Куда? На голову? На голову, да. Два. Нет, давай на майку. Да ладно, давай уже. Раз, два, три. Мокрая. Пожалеем Владу? Да. Давайте тогда с тобой. О, жесть, мы же здесь еще поставьте любимые, лайк, поставьте мой... Мой топик, мои лосины, мои волосы. Ну что, мы уже вернулись с ванной, и теперь моя очередь вытягивать. Я очень счастлива, самое классное задание. Ой, помню. У меня, походу, пустой, да, у меня пустой. А, мне все везет. Да ну, давай. Смотри, они все еле держатся, я сейчас опять что-то вытяну. Да, ты походу. Честно, простать вкладки 3 минуты. Погнали! Класс. Таймер уже готов. Влада уже тоже готова. Поэтому давайте на раз, два. Раз, два, три. Погнали. В смысле, погнали, погнали. Погнали. О, боже, за что мне? Потом еще присесть, будет классно. И еще делать веселое, тоже будет классно. Все мне. Я сегодня. Я вообще-то в гостях. Я должна рад. Я устала. 26 секунд только прошло. Ты чё? Нет. Я не выстою. Я не могу. Уже 2 минуты прошло, она ещё стоит. Очень классно. Так, это ноги там не скрещивают. Отёр. Это халтура. Я очень люблю эту игру, эту жизнь и это видео. За что мне всё это? Так, уже 30 секунд. Еще 30 секунд? Да, давай. Дыши. Дыши, Влада, дыши. 15 секунд осталось. 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, все. Еще 3. О, боже, все, я провожу дальше челлендж с полом. Такой челлендж, ставьте лайк. Не занимайтесь спортом, это зло. Нет, наоборот. Влад еще до сих пор не отдышалась. Видимо, я больше не буду веселой в этой жизни. С меня хватит. Опа. Опа-на. А! Меня западет. Так, это что? Это я же гадаю глазами! Просто я больше всего не хотела выливать на себя воду и платку, а я не хотела макияж. Она реально не хотела больше всего макияж. Это просто. Первый идет восстанавливник, мы его вот нанесли. Да, давайте. Все, Лина, лучше. Давай, все открываем. Нет, все открываем глаза и поехали. Не нравится. Ему надо. Я чувствую, какой это. Везде. Вот так, да? Ну, смотри, ты можешь сначала пальцами, потому что рука это с фонариком это будет долго. Давай. Так, глаза. Так, не надо. Вот. Как? И кисточка вот. Закрытыми глазами. Ты тыкаешь. Тыкай. Давай, да. Ну, набирай на кисточку больше пальцев. Ага. Давай. И теперь... так, давай, давай. А на глаза ничего. На глаза, давай. Ты решила брови нарисовать, я так понимаю. Ты не видишь. Давай еще. Видно? Тайна. Так, блесточки. Вот наши блесточки. А где? А руками? Да, пальцем, пальцем. Угу, давай, проводи. Так, да. Ну ты знаешь, даже закрытыми глазами подбираешь себе все в тон. Нет, нет, ну я на не вижу еще все. Да. Если вот смех отвлекается, я уже что-то не так делаю. Я уже хоть туда, на то место, да? Я неправильно сделала, смотрите, вот так. Раз,
я так, два, и размазывай. И палец у тебя еще в этом всем. Много блеска. Ну да, много блеска не бывает, правильно? Надо быть королевой. Снежки мои. Снежки хайлайтеры. Что? Ну хорошо, хорошо. А что? А что не так я делаю? Все? Да. И последние губы. Ну, губы у нас помада самая обычная, там все. Не. Видно? Да, видно, видно. Не бойся. Ты даже из себя красотку сделала, так что это получилось намного проще. Чем простоять в планке 3 минуты? А мне легко, я до танцы хожу, мне. Ну да. Ну я тоже вообще-то хожу, но в планках не стоим. У меня хоть 5. Все. Где? Давай, попробуй. No. О, все, молодец. Ну все, проиграли. Ну как его? А, у тебя всего-то все зубы в помаде. А, все. Что мне теперь так? Все видео, все теперь красивая, а я красная. Я уже пою. Дерьмо, ну давай вытягивай. Если что, можешь помогать. Я двух. Одну надо вытягивать. Ну ладно, окей. Тебе мало. Ну хоть одно задание было бы весело. Здесь ничего нету? А здесь? Нормально. Нарисовать соперника за одну минуту. Вот, она должна нарисовать меня. И с чем рисовать у нас? Чем рисовать? У нас здесь фломастеры есть. А, фломастеры. Вот, разные фломастеры есть. О, еще один фломастер я вот забыла, тут раньше вот такой. Так, ну что, засекаем время? Стоп. Ну все, Влада уже готова, сейчас вот одна минута уже пойдет. Конечно, профессиональный художник. Раз, два, три. Так, ну рисуем лицо, как рисовали всю жизнь. Так, как рисовать волосы? Похоже? О, смотри. Ну окей. На крокодайла похоже. Крокодайл. Так. Это крокодил, так на всякий случай, кто не знает. Английский. Окей. Улыбка. Так. Губы у нас большие будут нарисованы. Вы меня знаете, собственно, кому понравилось, пишите в комментариях, как меня нарисовали. Я что-то немножечко сделала тебе нос торбинкой. Так, я волосы никогда не умела рисовать. Ёй, как рисуют волосы? Уже 49. О. 50, давай быстрее. Как? Это не рисуй, чёрт. Кстати, мы не уточняли, если кто там не знает, ну, в полный рост надо было рисовать. Уже 1 минута, всё, прошла. Собственно. Как? Классно? Супер. Похоже, ребята, просто ставьте лайк, если похоже. Ну что, прям вылитая. Дизлайки не надо ставить, дизлайки не надо. Вылитая, просто вылитая Лиза. Кстати, ты заметила, у нас еще ни разу не упала наша башня. Ну, мне кажется, она уже близка к падению. Так, теперь кто я? Да, теперь я уже запуталась. Покрасить волосы! Я это хотела! Окей, ребята, ты должна, это если что, правило. Покрасить волосы, это то есть, получается, не я выбираю себе цвет, а Влада. Вот, покажи, какие у нас тут цвета есть. Фиолетовый, розовый, зеленый и голубенький. Ну, давай. Ну, мы посмотрим, как это на волосах твоих. Ты что, все будешь? Ты один цвет должна... Не выдирай. Да. И как его? Ну, типа, берешь какой-то лоскуток волосы. И как? Так, ну, немного есть. Оно еще домагнитилось. Так, а если... Ну, вот когда вот так. Немного есть, да, видно? Вообще супер. Но мне розовый на самом деле нравится. Мама обрадуется. Можно несколько мира разными? Да. Давай я не попробую. Да, вот. Мне вообще теперь такая красотка, у меня губы такого цвета. Ты посильнее прижимай, тогда краски будет больше. И на всякий случай, если что, мама, не волнуйся, она смывается. То, что... Вот какой у меня радужный хвост теперь. Да. Посмотрите, вот. О, красиво. Класс. Но зеленый и синий вообще больше всего, и розовый видно. А фиолетовый я что-то не вижу. Да, фиолетового мало, это почти видно. Ну ладно, окей. Аккуратно. Сейчас вам упадет сейчас. Убирай те, которые мы... Все, нету. Нет ничего. Да. Повезло тебе просто. Я хочу вот это вот этим сейчас. Если что, я знаю, что по правилам Джанго рисовать закрытыми глазами, понимаешь, закрытыми глазами. Okay. Так, правило. Я рисую закрытыми глазами, и получается, Влада мне должна загадать, то, что я нарисовала. На самом деле, было бы немного интересно нарисовать тебя. Я тоже об этом подумала. Мне кажется, это сейчас и будет нашим заданием. Да, окей. Все. Все. Кстати, я хотела переуточнить, а надо рисовать тебя в полный рост или только... Лицо. Лицо. Зачем нам этот полный рост? Окей. Это типа волосы должны быть. Отлично. А потом мы сравним наши рисунки. Мои рисунки Лизы и Лиза рисунок меня.
Ага, это нос? Нет, это волосы. А, это волосы. Ага. Класс! Супер, ну, кажется, ну, ладно, у нас сейчас будет второй раунд. Или раунд, или не раунд. Ну, сейчас. Тебя нарисую. Это утка? Нет, это подбородок. Ага. Это типа глаза. Я стараюсь. Так, что? Это глаза. Зрачки. Я поняла. Ресницы. Мне кажется, это немножко абстракция. Можно так сказать. Так, теперь пошли брови. Интересно. Вот так вот. Как-то. И теперь нос. Одна бровь, так. И теперь и вторая бровь. Так, ну, четыре стоп съехал, по-моему. Теперь улыбка. Это точно абстракция. Ребята, как вы думаете, $1 000 000 добавляют в развлечение искусств? Ну, я думаю, в принципе, все готово. В принципе, все? Да. Ну, открывай глаза. Это я так... Вот это бровь. Вот это я... Вот это вот, видишь, это нос, пожалуй. Это вторая бровь. Нет, это вообще ресницы. Это рот. А бровь, вот моя вторая бровь, если что. Так, ну второй у нас раунд. Извините, у нас очень маленькая пирамидка. Дженга стала меньше, потому что мы уже выполнили, наверное, половину заданий. А может быть, даже и меньше. Ну, сейчас мы будем выполнять. Так, давай еще за Цуефа скинемся. Да, да, да. Типа нового раунда. А тут у нас опять такие... Так, сейчас, подождите, одну секунду тут. Вот так, все. Поехали. Раз, два, три. Что было видно? Раз, два, три. Опять? Давай первая, давай потянем. Ну, давай, может... А, я забыла первую. Извините. Пусто. Ничего нет. Чёрт. Пока двигается. Давайте, всё, ну, получается третий раунд, наверное. Она получилась вообще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Всего семь уровней. Ну, я думаю, сейчас мы уже точно вытащим задание, потому что если нет, это будет уже странно. Так, ну что ж, погнали. Давай. Я вытягиваю, да? Да. Что, я в прошлый раз выдала. Ну, давайте вот этот вытащим. Иди сюда. О, выпить стакан воды за 15 секунд. Окей. Вот. Вот у нас здесь приготовлен стакан воды. Ты грозилась, что ты сможешь это сделать. Так что давай, посмотрим, посмотрим. Подожди, подожди, давай на тебя камеру. А мне помада. Че? Ну, съешь помаду. Так. Ой, не фокусируется. Хорошо. Раз, два. Раз, два, три. Поехали. Жесть. Так, тихо. Не забивай. Кажется, тут моя вина. 13, 14, 15, все, конец. Но вина. Я просто Я выпила, в принципе, большую часть. Ну, видели, я просто выдохлёб еще по жизни. Поэтому, блин, помада стёрлась. Ну, допустим, напишите в комментариях, засчитываем или нет. Так, это мы уже откладываем. Давай, вытягивай. Вот, деньги. Нет, нету. Я хочу вот эту вот вытянуть. Ну почему я выбираю именно ту, которую сегодня я могу делать? Не страшно. Оно стоит? Опа. О май гад, о май гад. Нет, тут у тебя пусто. Пусто. Теперь я. Блин. Так, давайте я немного опущу, чтобы было видно, как мы там... Не, пусто. Так, я хочу вытянуть... Нервно. Я хочу вытянуть вот эту вот. Съесть дольку лимона. Класс. Съесть дольку лимона. У нас тут такая долечка маленькая. Я надеюсь, что это выпадет не мне. Вот посмотрите, просто мы на меня. Что сразу Влад. Какой ужас. Три, два. Давай, надо быстро. Быстренько, давай сразу все остальные. Ням-ням. Ой, как хрустит еще, интересно. Кажется, какой-то недоспелый лимон. Классно. Ставьте лайк. Да. Да. Нямка. Нормально? Жесть. Просто зверь. Ужас. Я в шоке, я бы не съела. Ну ты даешь. Боже, если бы это попало мне, я бы вам тут плакала и говорила, нет, я не буду это есть. Так что это... Хорошо, что не мне, скажем так. Мы еще когда отрезали, Лиза говорит, ну я думаю, это попадет не мне, так что не страшно, можно и большую дольку. Но... Ой-ой-ой. Жесть. Запивай. Не, жесть.
Ужас какой. Все, оживи. Сейчас через нос польется этот сок лимонный уже. Я пока выпущу джангу. Пусто. Это тебе вытащить? То, что я так не хотела. Это не мне. Присесть 60 раз. Фух, слава богу, это не мне больше. Ну, теперь я могу жить спокойно. Знаете, смотрите, вкус я после лимона такой, как апельсин. Недоспевший ешь. Ну, это точно же недоспевший, потому что у нас даже лимон недоспевший. Фух, класс. Просто но... много жиру плохо. Плохо, класс. Попробуй. Все. Переведи. Просто она плохо прожевывает кожуру, потому что она твердая. Так, хорошо, сейчас, значит, мы перемещаемся на нашу площадку для спорта, где я стояла в планочке. Поехали! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, шесть. 55, 56, 57, 58, 59. 60. Вау, за минуту 20 ты сделала 60 приседаний, класс. Но это мы... не 100. Ну да. Ну, на самом деле было немного сложно, из-за того, что у меня еще лимон, вообще, противно во рту. Да, ну все, поздравляю, у нас осталось чуть-чуть. Почему? Значит, все, ты вытащила, теперь моя очередь. Да, давай, посерединке. Окей. Кажется, там что-то есть. Пухлый кролик. Зачем заниматься спортом, если можно есть маршмеллоу? Маршмеллоу, если что, рассказываю правила. Ой, боже, ничего не слышно. Рассказываю правила. Человек вот, запихивает в себя, например, одну, ну, да, говорит, и там... Кролик. Но... И пока, да, я не забью себе весь рот. А можно мне немного? Давайте поделимся, так уж и быть. Я три возьму. Ого. Ну давай, можем посоревноваться, давай. Пухлый кролик. Пухлый кролик. Пухлый кролик. Ого, это сложнее, чем я думала. Пухлый кролик. Всего 4. Как это? Пухлый кролик. 5. Пухлый кролик. 6. Запихали максимально. Я сомневаюсь на 2. На самом деле вкусно. Вкусно. 6. На 6. Я на самом деле думала больше. Я тоже. Даже ты сама говорила, что тебе рот большой. Оказалось, что я всего 6. Ну, сложнее, чем я думала. Ну что ж, погнали, дай. Так, у нас осталось всего сколько? 4? 5 уровней. Давай. Вытаскивай. Ну, я хочу вот эту, к примеру. Да, тут что-то есть. На самом деле, ну, я реально не знала, что там что-то есть. Соперник рисунок. Элиза еще хотела, чтобы мы рисовали маркерами. Я ее говорила ручками, потому что нам сегодня идти в город, совершать покупки. Хорошо, что ручками. И хорошо, что не у меня. Да, окей, давай. Меня сейчас ее родители убьют. А давай маленькое что-то, чтобы не было видно. Ну, или, давай. А считается за лицо вот это вот? Нет. Вот здесь. Надо мне решила нарисовать сердечко, что мне получилось. Очень мило. Усы тебе нарисовать? Если выпало тебе это задание, то бы мне усы нарисовала. Я нарисовала усы. Вот так вот, я люблю свою сестру. Большие, вот такие вот. Так, ладно, к нам просто уже пришли, поэтому нам надо побыстрее. Пусто. Здесь тоже пусто. Мы просто сверху уже начнем разбирать. Пусто. Пусто. А может уже всем стоит? А может... О, заплести косичку за 20 сек. Ну это она умеет. Да. Ну что ж, давай запитаем сейчас, одну секунду мы... Давай ты будешь засекать. Элиза у нас мастерица, поэтому сейчас... А тебе какую заплетать? Я думаю, что я за 20 секунд, в принципе, успею обычную заплести. Я хочу тебе только так засекать. Давай. Что? Давай. Время. Пошло. Есть, если она будет... просто после воды, мои волосы еще не успели высохнуть. И они еще мокрые. Извините, если некрасиво, но я реально... 11 секунд уже прошло. 13, 14, 15, 16. Мне еще повезло, то, что все. 19, 20, все. Ну, видимо, я сегодня весь день хожу. У нее просто очень короткие волосы, поэтому... Ну, да. Но у меня просто длинные. О, прости. И, видимо, я некоторые волосы не подобрала. Но на самом деле, все. Теперь так больше сидеть. Все остальное. Думаю... Не, ну что, нормально. Нормально? Да, даже хорошо.
пусто, и все. На этом наш челлендж закончен. Посчитайте, сколько было заданий в этом видео. А кто лучше справился? Ну, я думаю, Элиза лучше справилась, все-таки столько перенесла. У меня было слишком много времени. Да, и много слишком. У тебя было всего лишь 3 минуты поставить планки. Нет, у меня было много. Я и воду у тебя были много. Нет, у тебя было только 2. 3. Точно, 3 было, может, больше. Посчитайте, мы еще не знаем, это надо пересмотреть видео. Так что все, я думаю, Элиза справилась, но мало ли я вам понравилась. Тоже пишите в комментариях. И все тогда. Всем пока и до новых встреч. Да. Всем пока.